24 апреля объявлен Минстроем России днем Всероссийского субботника. В мэрии города Магадана прошло рабочее совещание по поводу организации этого мероприятия в режиме видеоконференц-связи. В различных районах города пройдут массовые уборки. Часть из них состоится на пространствах, благоустроенных в рамках федеральной программы формирования комфортной городской среды. Одним из таких мест станет парк «Маяк». Субботник проводится с целью привлечения жителей к наведению и поддержанию порядка на просторах родного города. В рамках предполагаемого проведения субботников мы будем выступать как организаторы этого мероприятия. То есть мы будем информационно извещать всех жителей города о проведении данного мероприятия и привлекать для уборки городских территорий от того мусора, который у нас за зимний период скопился и имеется в городской среде. Также на совещании согласовали порядок подготовки к субботнику в следующем 2022 году. По предложению муниципалитета, жители смогут сами выбирать места, в которых проведение Всероссийского субботника было бы самым актуальным. Подведомственные учреждения подготовили индивидуальные предложения, касающиеся распространения информации, привлечения юных жителей города и организации дополнительных мероприятий развлекательного характера, приуроченных к этому дню.